красиво, да? Слышите? Вот так нас будет с утречка. Такая красота. Привет. Привет. Доброе утро или дня. Зависит, когда вы смотрите это видео. Мы на вокзале сейчас. Уже сходили и купили билеты. Стоимость, скажу, сколько стоимость в Шемесель за двоих. Поменяли сейчас доллары. Курс упал, да, Наташ, вообще? Да, было, по-моему, $4.45 злотых, а сейчас 3.97. Я видела за 3.99, но мы не хотим возвращаться уже. Ну да, мы туда идем, в ту сторону, там где это. Мы вообще хотим. Мы уже вернулись сюда, чтобы поменять деньги. Сегодня воскресенье, мол открывается в 10, 10.30. А магазины, по-моему, нет, мол открывается в 10, а магазины в моле все практически в 10.30. То есть они сейчас закрыты. А позавтракали мы с вами вообще в 6 утра, потому что Лок-Оля не переменила часы на будильнике. Мы думали, что встали в 8, покушали, позавтракали, думали, уже опаздываем, приходим на вокзал за билетами на завтра, а на вокзале 8.50 времени. Я такая, ой, вот спать-то в часах же была на завтраке и почему-то на часы не посмотрела. Так что поспали мы мало, спать хочется, но мы с вами. Мы идем смотреть Краков, будет много всего интересного. Ставьте лайки, пишите комменты. И Наташина, колье. Бусики, кстати, бусики, колье. Помните? Колье видео. Должно быть такое большое, богатое. Как мы купили Наташе бусики в Кракове. Классный, классное, да? Видео вообще. Наташа очень довольна. Бусики возвращаются в Краков, и мы с вами тоже. Все, идем только вперед. Все видео ставим в описании. Сейчас как-то прохладно. Солнце то выходит, то заходит, но ветер. Прохладно, да, я говорю? Ну да, но непонятно. Мы в галерее Краковской. Вот, прекрасная галерея, классный молл, был здесь и шопинг, и много всего интересного мы показали, и много всего интересного мы купили. Ну, сейчас идем вперед, посмотрим в Кракове что-нибудь новенькое. Кстати, морожка в Польше, что надо. Наташа распробовала, мы, правда, видео чего? Не делали, один очень раз. Вкусно. Я вообще прям запала. Это что такое сиять? Тутти-фрутти. Наташа прям запал какой-то вкус, или сорбет, или роза с чем-то была. Говорит, такой вкусный. Но здесь разные фирмы. Вот, малина, банан есть, можешь попробовать. Не, не вкусно. Сорбет, манго. Ну, в общем, будете в Польше, мороженое очень вкусное здесь. Сорбет. Сорта разные, фирмы разные, и вкусы разные. Вот мы даже не помним, где мы брали, в каком магазине, на какой улице, просто гуляли. Там было много церквей. Ну, было просто что-то необычное, да? Вообще класс. Потеряла я Наташу, где потеряла, конечно, я в золоте. Я тебе кричу. Правда, мы сначала не поняли, что это золото. Ну вот, смотрите, золото. А что, ты говоришь, симпатично. Что тебе понравилось конкретно? Мне просто такие нежные изделия. Мне вот это понравилось. Но это вот какое-то, это бижутерия, может быть, 219 злотых. А вон, с пчелкой, вот дальше. А, вот эти вот? Да. Да все, смотри, как соты сделаны. Квинби. Ну да, квинби, интересно. То есть это все в злотых. Делите, если у вас что-то, какие-то и бижутерия заинтересовала, или золото, делите на 397-399. 3.97. А вот это золото получается 0.33, это 333-я проба. Это, ну, типа, слушай, вообще... наверное, да. Ну, какое-то называет. Ну, шось е золотое. Ну, в общем, да. Ну, вот так вот. Я уже туда ушла, к бубликам, смотрю бублики. Кто что? Да, а Наташа в золоте. Мы молимся разным богам. Ну, что, вон, смотри, по 6 тысяч. Это уже что-то даже... Ну, это не знаю. Ой, красивый камень какой-то. Слушай, это даже в камере очень красивый. Ну, это вряд ли сапфиры, я не знаю. А может, вот написано «Камиенис Четентантан». Короче, не... да. Да. Молодцы, да. Стиль. Вот такая бижу. Это не бижу, это не бижу уже, да, извините. Это... Ювелирочка. Это ювелирная, наверное. Ой, рубины, что ли? Помните, мы рубины показывали, за когда Наташе цепочку не купили. Это я расстроилась, а Наташа не расстроилась. Это, ну, правда, может, что в Польше посмотрим.
Так, ну уже и вам и показали прям и ювелирочку. Вот красивый, видела за 1900? Переливающийся камень, тоже я не знаю, что это такое, может быть. Все что угодно. Красиво. Красивенько, да, аккуратненько. 1995. Ну здесь цену я озвучу в долларах, самое интересное. О, привет, включаемся снова. Мы уже в Плантах, в прекрасном зеленом месте. Вы представляете, как здесь дышится после песка, после Эмиратов? Это просто какой-то другой воздух. Шикарно. Много-много времени мы здесь провели в прошлый раз, когда мы и прилетели на 3 дня, и улетали в Дубае. 6 дней здесь были. Столько видео вам наснимали. Просто класс. Красота. Зеленая красота. Парк такой просто... опоясывает центр города. Слушай, я как всегда это испорчу мед. Хотя это слышно. Наташа, давай. Посмотреть, то Краков тоже очень загрязненный воздух. Но. По сравнению с песком здесь дышать все можно. Познается в сравнении. Когда тебя изнутри ты варишься, да, когда тебя песочком присыпают. И тут есть зелень, есть чем подышать. Ого, сколько. Да, вообще шикарно. Салфеток. Не, я говорю, сколько, это что, вообще-то аллея бомжей здесь. Живут ночью, вот. Тут все занято. Да? Да, вон, ребята, сейчас на солнышко вышли. Так, где нам куда? А бог его знает, опять я куда-то. Мы сейчас с вами идем в одно место, в которое мы не смогли попасть в прошлые разы, потому что оно открыто только по воскресеньям. Так. Бог его знает, куда я уже зашла. Ну, что-то Google сегодня нас не ведет, да? Не ведет нас Google. А, карту надо перевернуть и приложить к месту. Я думаю, что сюда. Сюда. Ну, идем вперед, идем туда. Вперед к приключениям. Идешь по Кракову, ну, все красиво как-то. Такие, ну, просто мы по центру ходим, поэтому нам так, о, класс. Правда, солнце прямо в объектив, но... Не знаю, Google ведет, мы идем. Это утро сейчас. Ну, уж не такое утро, уже 10:50. Пока мы купили билеты, пока все это. О, какая у меня прическа. Смотри, этаж это построили или просто отреставрировали аж один этаж. Показывай. Ну, посмотри, покрашен весь дом. Как бы низ в одном цвете и верх. Да, и мне плохо видно, и в объектив плохо видно, я думаю. Ох, сейчас хочу его показать, этот шпиль. Ты пишешь, что красиво. Надстроили. И там надстроили. Может, и все может быть. Так смешно, что вверх. Есть прямая вверх. Так что идем вперед, гуляем. Ой, пишите, кто любит так гулять просто по городам, чтобы было прохладненько, чтобы было классно. Вообще путешествовать любим, поэтому и канал есть. Поэтому вы с нами. Наташа все с Гуглом разговаривает. Наташ, что там Гугл? Нормально? Дает подсказки? Прямо. То есть идем с вами прямо. Прямо. И надеюсь, вы прогулкой будете довольны. И мы придем к очень интересному месту. Перешли на другую сторону и снова застряли. Дом такой пепельный какой-то такой. Даже не знаю, как цвет вам сказать. Ой, а там бараны, чешу голову. Наташа говорит, янгелятки с пузиками. Ага, пузики вообще. Бараны где? А вот смотри, над этими вот знаменитыми, наверное, людьми, вот дальше идут, ага. На следующем этаже, вот такие как морды чьи-то, я не знаю. Да. Они какие-то сейчас конечно. Але гарные. Вот так вот встанешь, дом рассматриваешь просто. Да, так полчаса прошло. Ну вот этот дом с янгелятками. За улица какая? Не знаю, какая улица. Вон напротив написано что-то. Да? Ну да. Что здесь написано? Дом 10, Радзивилловская. Ну вот, кто сейчас на Радзивилловской, пишите. Мы идем и снова. Ну, останавливаемся с вами, зависаем. Красота. Но нам направо. Ну, пошли. О, вот. Вижу. Ты думала, уже что, видишь, я да? Думала, что да? А куда? Да. Кто люди туда? Вот, смотрите, какой Краков необычный. Сразу такой, о,
Мне кажется, все еще, что мы в Абу-Даби застряли в отеле и все еще пытаемся вылететь. Потому что такой сумбурный день, сумбурные сутки, ночь. Надеюсь, вам слышно, потому что ветер дует. Ветер прекрасно обновляет наши прически. Вот, а мы с вами идем в направление. Сейчас расскажу, куда мы идем. Мы идем на блошиный рынок. Этот рынок работает только по воскресеньям, а по будням это обычный овощной рынок, там еще мясо можно купить. Обычно вот. Овощи еще мясо можно. Ну, в прошлые разы мы не попали, потому что мы не были в воскресенье. Называется? Я хотела попасть, но в прошлом же году точно так же был вылет просран визером на один день. Именно этот один день был воскресенье, мы прилетели в понедельник. Так что в воскресенье мы не попали, и сейчас, надеюсь, попадем. Ты его назовешь? Сейчас. Маркет-холл. Улица какая-то гр-гр-джи-джи-джи-джи. Номер 3. Гр-джи. Я просто там не прочту, я думаю. Можно я даже назову. Дайте Наташе шанс, она у нас зовет все. Ага, если тут еще было назвать. Сейчас подойдем. Ну, если что, я напишу просто вам под видео название улицы, но Market Hall, просто вводите Flea Market, блошиный рынок, Market Hall, и просто гуляете Краковом, если же вам повезет побывать в этом городе. Я не знаю, кстати, я не знаю, почему блошиный рынок так называется, но, наверное, откуда-то пошло. Наверное, там блохи были в старых вещах, я не знаю. Ох, надеюсь, там, мы сможем сделать видео, покажем вам какие-то интересные вещи, может, даже что-то купим интересное. Но сегодня мы уже прогулялись, и видео будет уже в следующий раз. Поэтому смотрите, желаем всего наилучшего, подписывайтесь, лайки и комменты премного благодарны. Всем счастья, добра, любви, всем пока!